Три основные точки опоры. Первое – это, конечно же, бюджет, как формирование доходной части для города, так и расходной. Здесь, конечно, городу ваша помощь просто необходима, как воздух. Вторая важная точка соприкосновения городских и областных властей, по мнению Олега Имамеева, реализация различных программ и проектов. Их в амурской столице множество, как национальные, например, безопасные и качественные автодороги, культура, так и местные. По одной из них, например, в этом году благоустраивают общественные территории в шаговой доступности. Нужна помощь областных депутатов, отметил мэр, в части законодательных инициатив. Вопросы у нас, конечно же, после выборов остались. Остались вопросы у жителей к нам, да, и когда нам и городским депутатам, и областным надо давать гражданам нашим ответ. Поэтому, если мы будем взаимодействовать планово, регулярно, что у городских депутатов, что у депутатов законодательного собрания будет единый подход к гражданам. Надежда Багрова, в свою очередь, озвучила пожелания жителей, которые есть сейчас. Например, это касается преображения территории в районе домов на Нагорной 14-16 и рядом. Местные просят обустроить там тротуары, сделать освещение на хоккейной коробке и, возможно, привлечь предпринимателей, которые возведут там большой супермаркет. Остаются насущными проблемы и с управляющими компаниями. Хотелось бы с вами встретиться с управляющими компаниями, потому что большая проблема идет именно с руководителями управляющих компаний. До них жители не могут дозвониться, дописаться. Зачастую какие-то элементарные такие вопросы, в принципе, можно это все решить, а у людей уже нарастает нагнетание. Очень много вопросов поднимают, конечно, по благоустройству. И каждый двор хочет попасть в эту программу. Больше интересует, будут ли они продолжать программы эти работать дальше. В принципе, поддерживаю своих коллег, что работать мы должны совместно все, друг друга понимать, слышать и ко всем проектам подходить, как говорится, комплексно. Наладить полное взаимодействие, считают парламентарии, помогут регулярные встречи и обсуждения тех или иных вопросов. Олег Имамеев депутатов в этом поддержал. В этом формате мы будем учитывать пожелания как депутатов законодательного собрания, потому что они также встречаются с жителями, также ведут свои общественные приемные, так и с депутатами городской думы. И вот этот симбиоз, он должен быть постоянно присутствовать. Вот этот такой синергический эффект, он позволит нам идти смело вперед в части реализации любых программных мероприятий. Кристина Слепцова, Дмитрий Козлов, программа «Город».